критики Александра Невского. Всю жизнь Александр Невский умело лавировал между западными соседями и Золотой Ордой, в которую он несколько раз ездил, чтобы урегулировать важные дипломатические вопросы. Когда в Великом Новгороде княжил его сын, этот город отказался подчиняться ордынскому хану. В результате Александр Невский лично явился в город, лишил престола его своего сына и отправил его в Суздаль, наказав при этом советника сына. Позднее он, угрожая привести монгольское войско, добился от Новгорода согласия на выплату дани. Все эти действия были предприняты им для того, чтобы избежать вовлечения Руси в назревающий конфликт в Тропе-Ордея.